Тем временем у главного талисмана хоккейного клуба сегодня необычный праздник. Символ трактора отмечает Международный день защиты полярных медведей. В мире редкий вид косолапых занесен в Красную книгу и находится под угрозой. Сегодня в Челябинске живет два арктических представителя. Иван Гончаров встретился с ними со всеми. Белый медведь для Челябинска давно уже один из главных символов. И хотя на Урале полярных косолапых не встретишь, для любителей хоккея мохнатый зверь – источник позитивных эмоций. Подошла маленькая девочка и сказала, ну, я же понимаю, что ну, это не настоящий мишка. Ну, не может на мишка каждый раз из лесу на игры ходить. Но все-таки, наверное, современные дети, они уже не сколько верят в сказку, сколько вот в то, что сами себе нарисуют. А вот у южноуральских гостей из Арктики другие проблемы. На Сеню и Айришу зоологи возлагают надежды на спасение вида. Пара белых медведей вместе уже 10 лет. Но до пополнения семейства дело все никак не доходит. Живут они 25-30 лет. То есть они сейчас в самом расцвете сил. Мы, конечно, зоологи работают на том, чтобы у них было потомство. Сами медведи не очень стараются. Главные посетители зоопарка на медведей не обижаются. Мне не нравится, потому что они сильные. И у них непрозрачная шерсть. Они могут нас съесть, но если ты будешь аккуратен или не будешь делать резких движений, то могут они тебя пропустить мимо. Можно просто лечь на землю и притвориться мертвым, тогда он просто внюхает от тебя и уйдет. Они очень красиво танцуют, и они такие, ну, скажем, прикольные. Сегодня в мире живет около 25 тысяч полярных медведей. Зоологи бьют тревогу. Через полвека виду грозит серьезное сокращение численности. Так что Сене и Арише впору задуматься о медвежьей услуге для планеты. Иван Гончаров, Степан Львов, 31 канал.